Да, совершенно очевидно. Несмотря на то, что облаков как таковых не наблюдается, нету там кучевых, перьевых, но явно дымка очень серьезная. То есть это совсем не та резкость, которую я ожидал увидеть. Да, Сатурна сейчас 1 368 000, по-моему, миллионов километров. Ладно, вернемся к Луне и будем делать третий дубль. Так, до Луны 300, или я уже озвучивал. Ну вот сейчас покажу, что такое 8 угловых градусов. Ну, в общем-то, 8 угловых градусов я для себя так выяснил, когда на вытянутой руке перед собой сжимаю кулак, как будто держась за ручку, за руль мотоцикла, велосипеда, то у меня ровно на 8 угловых градусов получается вот сейчас расстояние между Венерой и Луной. Это 8 угловых градусов мой вытянутый кулак, вперед кулак. Так, поехали на Луну. Темнеет, и все четче видны абрисы. Луны, но, к сожалению, она все ниже опускается. Да что ж такое? И мы на нее смотрим через все более и более плотные слои атмосферы. Да, резкости совсем нет, но за этой дымкой. Молодую Луну сняли, отстрелялись. Сейчас я на полный кадр возьму. Девятое 09 2021 год, Харьков, 19:40 по Киеву, Харькове. Ты представляешь, даже 8 часов еще нет, уже так темно. Сейчас еще дублик сделаю. Ну, в общем, наверное, пока будет садиться за горизонт. В нашем случае за крыши домов. Венера с Луной, можно поснимать. Это всего несколько минут. Дубль второй. ИСУ 800.